Некоторые могут ставить под сомнение ваше право на уничтожение миллиардов человеческих жизней. Те же, кто понимает, осознают также, что у вас нет права позволить им жить. Warhammer 40 000 наряду со своим фэнтези-собратом и сеттингом Мира Тьмы – одна из самых мрачных вселенных, где слово «милосердие», «сострадание» и «человечность» давно пали жертвами нескончаемой войны. Если вы не готовы погрузиться в сеттинг полной несправедливости, боли и страдания, нам с вами не по пути. Если же нет, позвольте нам провести вас сквозь вселенную, где есть только... война. Историум ТВ совместно с порталом WarhammerGames.ru представляет. В первом ролике серии, посвященной компьютерным играм вселенной Warhammer 40 000, мы уже кратко касались истоков Warhammer, и для новой серии мы повторим и расширим этот рассказ. В 1987-м Рик Пейсли и Энди Чамберс переработали уже к тому времени достаточно популярную мрачную фэнтезийную вселенную Warhammer, добавив к мрачному технофэнтези научно-фантастический антураж и перенеся действие с планеты Молота Войны в целую галактику и конец 41-го тысячелетия. А началось все с настольной игры, но о ней чуть позже. Вначале несколько слов о самой вселенной, о ее самых ярких чертах. К отличительным чертам Warhammer 40 000, выделяющим его и ярко характеризующим, следует отнести следующие вещи. Во-первых, это уникальный стиль, смешивающий в себе подчас утонченный футуризм с редкими для фантастики готикой, гротеском и архаикой. Вид элегантных аэродинамичных гравитанков космических эльфов, эльдар, сражающихся с грубыми остроугольными коробками танков Имперской гвардии, похожих на машины Первой мировой, но при этом комбинирующие пушечный огонь с залпами лазеров и плазмы, мало кого оставят равнодушным. Как и имперская архитектура, с ее монструозными гиперболизированными соборами и монументами. И, конечно же, одним из символов Вархаммера – городами-ульями. Во-вторых, это нарочитая эклектичность. Помимо энергетического оружия у танков с дизайном времен Первой мировой, сюда относится, например, соседство генетически усовершенствованных суперсолдат в продвинутых экзоскелетах с конницей в стиле монголо-татар с копьями наперевес, или использование оружия, основанного на антиматерии, с самым обыкновенным мечом на одном и том же поле боя. Более того, во вселенной 40-тысячника даже присутствует такое понятие, как техноархеология, о которой мы подробнее расскажем, когда дойдем до соответствующей структуры Adeptus Mechanicus. В-третьих, разумеется, это сама стилистика техно-фэнтези. Соседство демонов с роботами, магов с танками, а эльфов и орков с геномодифицированными суперсолдатами создают свою уникальную атмосферу и наполняет сеттинг определенной глубиной и возможностями. Не часто удается вывести в бой мага в экзоскелете, да с плазменной пушкой в руке. Еще одна интересная особенность досталась Warhammer 40 000 от своего фэнтезийного собрата – многочисленные аллюзии как на исторические источники, так и на другие фантастические и фэнтезийные произведения. Конечно, это встречается во многих произведениях практически любых жанров, но стараниями авторов Games Workshop
Миры боевого молота подняли эту особенность на качественно новый уровень. Одних только исторических отсылок столь много, что сложно вспомнить что-либо, что не нашло отражения в том или ином виде в Warhammer 40 000 или Warhammer Fantasy. Тут вам и обличающий иерархов священник по имени Лютер, и форменные советские комиссары с клюквенным представлением об их страсти к расстрелам, и восточные государства Ниппон и Катай, и ультрамарины с их стилем в духе Древнего Рима с отголосками Древней Греции. Перечислять можно практически бесконечно долго, столь долго, что этому можно посвятить целую серию видеороликов, после чего долго и ожесточенно спорить, например, о том, кто такие криговцы, немцы, французы или австро-венгры, а может всего понемногу? Мы же пока пойдем дальше. Теперь давайте поговорим о оригинальной настольной игре, с которой, собственно, все и началось. Первая редакция 1987 года называлась Warhammer 40 000 Roach Trader, то есть Warhammer 40 000 Вольный торговец. В отличие от современного Warhammer, первая редакция тяготела к малым форматам и вообще была ориентирована на ролевую составляющую. Сейчас эти идеи в сильно усовершенствованном и углубленном виде, да еще и с добавлением отыгрыша космических боев, можно увидеть в линейке книг Roach Trader, издаваемой Fantasy Flight Games. Постепенно настольная игра начала преобразовываться в тот вид, что мы видим сейчас. Уже со второй редакции Games Workshop додумались выпускать стартовые наборы, коробки для начинающих с вложенными краткими правилами и набором из двух противоборствующих армий. Во второй редакции такими армиями стали орки и космические десантники. Они же вернули себе лидерство и в пятой. К третьему изданию окончательно оформилась система кодексов для каждой фракции, содержавших характеристики и способности их юнитов. И тогда же появились охотники на ведьм, охотники на демонов, темные эльдары, некроны и тау. На данный момент свет увидел уже шестое издание, или как теперь принято, шестая редакция книги правил, и готовится к выходу седьмая, куда по слухам будут включены уже вышедшие дополнения, расширившие возможности игроков для вывода на поле боя огромных боевых машин и отыгрыша мощных фортификаций. А совсем недавно появилась очередная новая игровая фракция – Имперские рыцари Титаны. Вместе с популяризацией основной игры Games Workshop начали использовать полюбившуюся многим вселенную для все большего и большего числа продуктов. Во-первых, это настольные игры, не связанные с основной игрой общей механикой. В частности, это Space Hulk, Space Crusade, Armageddon или Battlefleet Gothic. В то время как одни игры давали возможность как следует поиграть малым отрядом, что уже не позволяло настолка, рассчитанная прежде всего на форматы полсотни бойцов и больше. Другие же, наоборот, позволяли вводить в бой целые полки или управлять космическим флотом. Для любителей фэнтезийных ролевых игр в компании была выпущена своя линейка книг серии «Инквизитор», впоследствии переродившиеся в несколько серий от уже упомянутого издательства Fantasy Flight Games. На данный момент представлено уже 5 серий, в рамках которых игроки могут примерить роль вольного торговца, члена свиты Инквизитора, прислужника Хаоса, имперского гвардейца или истребителя ксеносов из Караула Смерти. Быстро подоспели и компьютерные игры, о которых мы делаем свою серию роликов, а также был даже снят полнометражный анимационный фильм. Ну и конечно же книги. Книги, рассказы, аудионовеллы. На данный момент число подобных произведений по 40-тысячнику измеряется сотнями, входящими в десятки серий, так что мы даже не будем пытаться вам о них рассказать. Постепенно, хотя на самом деле на удивление быстро, Warhammer перестал быть лишь только породившей его настольной игрой. Он стал сеттингом, стал вселенной. Вселенной глубокой, многогранной и проработанной, хотя, конечно, и не без огрехов. Стал вселенной, о которой есть что рассказать и о которой стоит рассказывать.
Именно поэтому мы начинаем новый цикл роликов, в которых будем рассказывать о вселенной Вархаммера 40 тысяч, начав с общих азов, после чего подробно углубимся в описании конкретных сил, фракций и организаций. А на этом у нас все. Подписывайтесь на канал, дабы не пропустить новые выпуски. Оценивайте и делитесь видео, чтобы другие люди тоже смогли ознакомиться с материалом. Пишите комментарии, высказывая свои предложения и пожелания. А также не забывайте, что всю подробную информацию по вселенной Warhammer 40 000 вы сможете найти на портале warhammergames.ru. Ссылка в описании. Благодарим вас за просмотр, и да пребудет с вами благословение Императора. В мрачной тьме далекого будущего есть только война.